В завершении Дня наблюдателя высокого уровня участвовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр обороны и руководители военных структур около 10 стран-участниц. На мероприятии Азербайджан был представлен делегациями, возглавляемыми руководством Министерства обороны и Государственной пограничной службы. В рамках учений были выполнены задачи совершенствования уровня боеготовности объединенных сил стран-участниц для решения всех поставленных задач. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция и впредь будет поддерживать модернизацию азербайджанской армии, а также разминирование освобожденных от оккупации территорий. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отметил успешное выполнение участниками всех поставленных задач. В учениях с участием 37 стран и свыше 10 тысяч военнослужащих и гражданского персонала Азербайджан был представлен военнослужащими отдельной общевойсковой армии и военно-морских сил. Учение ФС-2022 – внесли свой вклад в развитие международного военного сотрудничества как Турции, так и Азербайджана. Одновременно эти учения стали еще одним доказательством военной мощи братской Турции. Ялчин Тайроглу, Турецкое бюро азербайджанского телевидения, Измир.